При всей той суматохе, которая развязана вокруг оружия массового уничтожения, начиная уже с автомата, гранат и тому подобных приборов военных, начиная с этой суматохи, мы вспоминаем, мне, по крайней мере, вспоминаются некоторые фантастические фильмы, в которых на нашу Землю прилетали инопланетные войска, у которых это оружие было генетически сопряжено с телами их владельцев. Естественно, в таких фильмах, поскольку наша планета Земля была ими захвачена, они воспринимались нами как захватчики в негативном плане и все такое прочее. Я с этим спорить не хочу, я хочу заострить ваше внимание на принципе работы того самого оружия. Это оружие со своим генетическим кодом, оно достигало таких успехов, что если вдруг какой-то другой человек или какой-то инопланетянин завладевал этим оружием, он не мог его применить ни против кого, в том числе и против себя, потому что оружие не срабатывало на чужой код, зная, что оно должно работать только по коду своего истинного владельца. И этим пресекались многие боевые действия в этих самых фильмах. Так вот, что я хочу сегодня вам сказать. Хочу сказать следующее. Мы с вами видим, как все западные страны, и даже есть и восточные страны, накачивают Украину своим оружием, которое у них каким-то образом оказалось. Сегодня нет никаких пределов и препонов для использования этого вооружения. Допустим, есть какой-то танк, его передала Польша Украине, и украинцы рассекают по своим же полям, лугам и стреляют из этого танка налево и направо. Если бы сделать операцию совершенно иное, как в тех самых фильмах, фантастических, и на каждый прибор, мощный прибор, по крайней мере, да я бы на каждый даже ставил, такую отмычку или такой замок на генетическом материале, то, конечно, у нас исчезли бы многочисленные все эти самые конфликты между папуасными различными народами. Давайте посмотрим. Вот те же поляки, они передали танки Украине. Танки советские, нашинские. Производили их мы здесь. Если бы мы здесь поставили тот самый замок, то никаких поляков мы давно бы и не видели около границы, и они бы не пищали со своими претензиями в нашу сторону. Абсолютно такая же ситуация могла бы сложиться даже с той же Америкой и с той же Германией. Несмотря на то, что все сионистские режимы телевидения в нашей стране утверждают как один, что все вооружение нам дал Гитлер, и только из гитлеровской Германии мы все вывезли и стали процветать, я вам, как оружейник в прошлом и как специалист в этой области, скажу, что это ложь сионистского плана. И если бы у Гитлера было нормальное вооружение, а не те самые сраные пистолеты, пулеметы, то Гитлер бы давно бы завоевал весь мир, потому что у него не было внутренних личных тормозов, а цель у него была как раз завоевать весь мир. Таким образом, нужно обязательно ставить на военные все конструкции, вплоть до ящиков, до контейнеров, такие генетические замки с возможностью самоуничтожения. Да, конечно, мы потеряем рынки сбыта, потому что сегодня Россия идет на одном из первых, по-моему, даже, может быть, на первом месте по торговле вооружениями на мировом уровне. Но вот мы с вами видим, что очередная война какая-то, и все это вооружение стекается против нас из всех тех стран, которые клялись нам и божились в вечной любви и в том, что они против нас ничего не будут делать и предпринимать. Деньги портят не только человека, но и дарвиновских обезьян, которые за ними охотно спускаются с деревьев и собирают их целыми пачками в обмен вот на те же самые поставленные нами образцы вооружений. Если мы создавать будем только свое вооружение, да, оно ляжет тяжелым бременем на российский бюджет. И как бы само себя не окупит, на первый взгляд. Но в этом случае у нас появится собственное эксклюзивное вооружение, которое мы сможем применять только сами и только на тех территориях и против тех преступников, которых мы обозначим своей военной целью.
Плюсы мы все равно сможем себе получить, потому что когда люди разрабатывают военную технику, очень большое количество узлов и систем из этих военных разработок после небольшого упрощения переходит в состояние гражданских. И мы получаем гражданские образцы. Да, они в некоторых вариантах, может быть, не такие красивые, как, например, коммерчески произведенные где-то в других местах, но зато они передовые, и самое главное, что они боеспособные. Если мы будем ставить такие замки только на свое оружие и не выпускать без этих замков никуда свое оружие, не продавая ни одной стране, мы получим колоссальные преимущества по всем пунктам политическим, военным и остальным. И нам не придется, вот как сегодня, шарахаться и бояться выхода на телек каких-то Хазановых, которые своей звездностью обеляют своих дружбанов типа Коломойских. Нам не придется воевать на 10 фронтов, потому что наш фронт будет состоять из нашего генетического материала, из наших людей, которые и смогут только пользоваться этим оружием. Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность. На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма – важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для чего, зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Как он рассказал, зачем собирают генетические образцы россиян, но экспертов объяснения не устроили. Напомню, тему сбора биоматериала в нашей стране поднял в понедельник Владимир Путин. Еще летом ВВС США разместили на сайте госзакупок тендер на приобретение образцов синовальной, то есть суставной жидкости и РНК, но не простых, а, внимание, отобранных у россиян европеоидной расы. Пентагон поспешил оправдаться. Американские военные якобы изучают заболевания опорно-двигательного аппарата летчиков, а начинались исследования на генетическом материале почему-то именно наших соотечественников. И если, например, взять ту же боевую бабушку Аллу Пугачеву и дать ей возможность куда-то уехать, и даже она там где-нибудь в подполье купит нашу российскую какую-то систему, поскольку она сама еврейка, она не сможет своим генетическим кодом использовать наше вооружение против нас, против себя там, и против своего Галкина, если он в очередной раз напьется и будет рваный в лоскуты. Еще в результате такого действия над нашей аппаратурой военной мы получим то, что у западников совершенно кончатся образцы нашего вооружения, и они не смогут ни с какими понтами войти в такие переговоры, как они сегодня вот поставляют Украине наше же вооружение. Их просто не будет, этих людей и этого оружия, которое могло бы нам угрожать. И та же самая ситуация будет в Японии. Они будут продолжать перед нами махать своими катанами и трусами, веревками от трусов, или какими-то луками со стрелами, так же, как и африканцы. И когда их собственные цивилизации дойдут до нашего уровня, это будет где-то через миллионы лет, когда нам они уже будут не страшны, мы уже будем покорять различные пространства на летающих тарелках и совершенно по-другому будем выстраивать наш собственный мир. Поэтому продажа оружия – это хорошо, но это оружие всегда стреляет против нас, и нужно перестать продавать оружие любым всем странам, кроме себя. Все, нет никаких продаж за рубеж. Временная выгода, видите, как сегодня оборачивается, совершенно отрицательными проблемами.